Всем привет! Я обещала и совсем забыла сделать обзор нашего урожая. Вот Слава сейчас последний, ну там осталось еще два на дереве, принес персики наш. В этом году они огромные, как никогда, но и, к сожалению, почти все немножко вот такие вот. Почти все, ни одного, по-моему, не было, который бы был целенький. Да, вот, это твой... Ой, это как рожица! Смотри, Слава! Два глаза и с этот... Обалдеть! Это надо будет сейчас фотку сделать. Короче, вот такие вот... Я уже сделала, с, не знаю сколько, килограмма три, наверное, ты уже мы сняли. И я сварила компот. Короче, ведерко было. Да, ведерко. И сейчас вот это и еще пару штук висят там, один-два. Но вот не знаю, почему в этом году... Во-первых, они, ну, что хорошо, они огромные. Вот. Огромный персик, да? А с другой стороны, почему-то они какие? Гнилые. Ну, не гнилые, а или покусанные, или немножко там попорченные. Я не знаю, с чем. Ну, Слава говорит, это из дождей. Много дождей. Да. Вот. Ну, короче, я покажу вам еще дерево это и там эти два, три штучки, что висят. И покажу вам помидоры, огурцы, которые еще в этом. Да, вот пиво прям подходит сюда, конечно же. Да. Вот такие они должны быть с детства, я помню, такие должны огромные, быть. Да. Первый раз, когда у нас очень много было персиков, они были маленькие. Вот такой был самый большой. И я такая думала, нифига себе большие. Слава говорит, они должны быть еще больше. Я говорю, ну ты что? А вот теперь вот видите, вот этот и вот этот. Как. Ну это, блин, вообще обалденно. Рожа, рожица. Немножко это... Хайровин. Да. Обалдеть. Все, сейчас я готовлю обед, рыбку в духовке, в соусе таком, красную рыбку. И потом покажу вам теплицу нашу, ну, наш урожай еще в огороде. Всем привет! Не могла сейчас не выйти и не заснять вам вот это зрелище. У нас опять лошадки появились. Все лето их не было вообще. Долго-долго я уже думала, их и не будет. Вот тут двое друг друга моют. Парочка. Смотрим, парочка и парочка, по-моему, да. Это мальчик, а сзади девочка. Ой. И вон одна балдеет. Девочка. Балдеет. А вон там ребеночек, по-моему. Четыре лошадки. Вот такие четыре помидорки лежат здесь. Ой, они уже... Ай, Слава, наверное, на семена. Что он уже? Мягкие, мягкие. Такие огромные. Мы маме отвезли на выходных много. Ну, как много? Ну, в полную чашку помидор отвезли к маме. Вот, сами уже тоже салатики резали. Короче, урожаем мы довольны. Сейчас покажу тепличку нашу. Пока у меня тут обед готовится. На обед я готовлю, вот у меня тут пюре будет. И красную рыбку я уже нарезала. В сливочном соусе будет. Мы все любим, кроме Леона. Леон у нас рыбу вообще никак, ни в какой форме. Уже и вот эти рыбные палочки, и ну все-все-все. Не хочет и все, вообще ни в какую. Надеюсь, что не поменяется вкус и будет есть. А так вот мы с удовольствием едим. Опять было в этом... По акции рыба у нас в Кауфланде. Вчера мы закупались. И мы взяли опять огромную такую, килограмм 400, что ли. Вот. И часть мы я засолила. Будем так на бутербродики ложить. А часть я сейчас сделаю в сливочном соусе. Очень-очень вкусно. Вот, как вы видите, убрали уже этот бассейн. Уже на прошлой неделе Слава убрал, потому что... Вообще-то у нас лето сейчас вернулось. Эта неделя у нас очень тепленькая. Даже завтра будет до 28 градусов. Сегодня вот сейчас очень тепло на улице. 22. До 25 сегодня будет. Завтра до 28. Вся неделя. В прошлой неделе была теплая, и эта неделя. Бабье лето вернулось. Вот. Но бассейна уже нету. Так печально.
с удовольствием в нем лежала. Слава будет это сеять теперь этим, траву посеет, чтобы оно заросло травой. Это место. Тут розочки по второму разу зацвели. Вон еще бутончиков сколько. Красиво. Так обрадовалась, вышла, смотрю, розочки зацвели. Вот огурчики уже все, уже отцвели, это которые на улице. Тут еще один висит, один-единственный, а вот еще маленький. Ну, клубника само собой. До винограда тоже, слава, в руки не дошли. Хотела подвязать в этом году. Вот это все, видите, как оно все выглядит. Хотела навес сделать, вон уже все приготовил. Так у него руки не дошли. Все, весь отпуск он с этими машинами возился. И вообще и на теплицу ни на что не было времени. Ну, теперь будет, когда сейчас он винограда достаточно. Но еще пока не зацвел. Еще не созрел. Так, что у нас еще? Маленькая цвела, но сейчас она по второму разу пошла. Вот. Я забыла, как они называются. Тоже очень вкусные. Ягодки. Бромбеерен по-русски. По-немецки. По-русски забыла. Мамы тоже много. Вкусно. Сладкие. Вот маленько. Опять зацвела. Сюда у нас два раза. И тут грушки наши. В этом году побольше. Не так, что прямо всыпано все, но побольше груш. Маленькие. Ну, что-то неудачные у нас эти деревья. Вот висят. Вот это другой сорт. Ну и вот последние помидорки. Вот сразу два. Такие огромные. Вот видите, еще много помидорок. Надо будет сегодня Славе себе. Ого, какой огромный. Смотрите. Огромнейшие. Тут эти желтые. Сорта я не знаю, как они называются. Вот тут все усыпано. Много-много-много помидорков. Вот недавно все собирала, уже опять сколько созрело. Потому что две теплые очень недели. Ой, сердечко. Смотрите, как сердечко выглядит. Ой, я боюсь отрывать. Славка сегодня отрывает после работы. У него первая смена. А тут еще один огурец висит. Ну, такой вот у нас урожай. Видите, немножко запущен он, потому что у него времени не было. И тем не менее, вот такой урожай. Сладкий какой. Ну, столько помидор. Сосед, который там на другой стороне живет, говорит, вообще не думал, что у нас ничего не выйдет. Потому что Слава очень поздно сажал. Он говорит, а, наверное, говорит, в этом году ничего не будет. Слава говорит, ну, не будет, не будет, говорит, буду теплицу перестраивать. Вот, пожалуйста. Еще как. Очень много помидорчиков. Огурцы так себе было. Ну что, на этом, наверное, закончу сегодняшнее видео. Это заканчиваю я уже еще один день позже. Сейчас утром у нас уже утро, среда. Вчера вот я записывала эту всю эту теплицу, там снимала все. И записала и конец, но там, короче, пришлось вырезать, поэтому решила сейчас хотела монтировать, и пришлось вырезать окончание видео, поэтому решила сейчас записать быстренько. Спасибо всем огромное за просмотр. Желаю вам всем удачного окончания недели, хороших выходных наперед скажу.
Вот, у нас прекрасная на улице погода. Сегодня и завтра вообще будет лето-лето. Завтра, сегодня 25 обещают, это будет все, наверное, под 30. И завтра вообще еще жарче 27. Так что на пару дней нас еще радует лето. Солнце, небо голубое, вообще обалденная погода на улице. Ну, мне надо дома теперь делами заниматься. Сегодня у меня выходной. Сейчас отвезла всех в школу, Слава на работе. Я с котиком одна дома, и надо много чего успеть сделать до обеда. И обед приготовить, сейчас уже 9 часов, и обед приготовить, и, ну, как обычно, уборка там. Все, спасибо всем огромное, желаю вам всем, ну, я уже пожелала, всего самого хорошего, здоровья вам, берегите себя и своих близких. И до следующего видео. Всем пока-пока.